Всем приветики, ребятки! Сегодня я для вас подготовила видео с кодиками в игру Miracles RP, как вы и просили. Ну что, ребяточки, не будем медлить, кодики у нас вводятся во вкладочке вот тут рядом с монеточками плюсик, нажимаем на нее, и вот здесь у нас есть менюшка для ввода кодов. Вводим первый код. Первый код выглядит у нас вот так, trick or treat, это типа сладость или гадость, если не ошибаюсь. Погашаем этот кодик, и отлично, он у нас введен, код claimed, и... ой. Мне инвайт аж пришел. И он нам выдал 2500 вот этих монеточек. Точнее, это шарбики. Следующий кодик у нас выглядит вот так. Advent 12. Запоминайте его, погашайте и получайте свитер. Далее у нас идет сразу же другой кодик. Вот такой, спавн 15. Погашайте и получайте 2500 коинсов. Ну что, ребятки, это еще не все. Далее идет вот такой код, Advent 15. В принципе, спавн 15 был, сейчас Advent 15. Запоминайте его, переписывайте в точь-в-точь, как и я. Погашайте. И отлично, он у нас введен и выдал нам 2500 монеток. Ну и следующий кодик очень похож на предыдущий. Он выглядит вот так, Advent 25. Все Advent, но просто другие циферки на конце. Переписывайте его, погашайте и получайте 2500 монеток. Ну и, ребяточки, последний кодик на сегодня выглядит у нас вот так. We did it. Мы сделали это. Погашаем этот кодик. И отлично, он у нас введен и выдал нам еще 2500 монеток. В итоге у нас есть 10 тысяч монеток, 2500 шармов и свитер. В принципе, это достаточно неплохая награда. Ну что, ребяточки, погашайте кодики, пока есть возможность, но на этом видео, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось, но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!